Всем привет! На стенде RME находится одна из самых вкусных новинок этой выставки – RME Babyface Pro. Давайте на нее посмотрим. Самое главное отличие от предшественника – это отсутствие breakout кабеля. Теперь все разъемы находятся внутри корпуса аудиоинтерфейса. Появились 4 дополнительные кнопки, которые упрощают работу с интерфейсами. Они полностью настраиваемые, то есть вы можете на них повесить любую функцию. По умолчанию работают, например, для выбора канала, входящего, либо для регулировки громкости наушников или основного выхода на мониторы. Также поменялся цвет и материал. Теперь это алюминиевый корпус, сделанный из 2 цельных частей. По разъемам мы видим 2 выхода на наушники, 2 входа, 2 микрофонных входа и 2 выхода на мониторы. И с левой стороны цифровой вход-выход и MIDI in-out совмещенный. В него подключается breakout кабель, внешнее питание и кабель USB. В карте достаточно питания по USB, но также предусмотрен разъем для подключения внешнего питания, поскольку Babyface Pro теперь работает и с iPad. Используем подключение USB 2.0. В RME придумали специальный разъем G-образный с дополнительным кольцом пластика вокруг, который не дает шнуру дергаться и ходить туда-сюда. Частотная характеристика 192 кГц, глубина 24 бита. Техническую информацию можете посмотреть на сайте, а более детальный обзор мы сделаем уже в этом месяце. Цена карты в Европе около 740-750 евро.